Здорово, с вами Тоби Шой. И не успели мы отойти от Биовет, и Ритосы уже дропают нового чемпиона, Нила. Давайте-ка посмотрим ее тизер и обсудим вообще, что это и как. Древние смертоносные чудовища обитают по всему свету. Они удобно устроились, обкрадывали других и процветали за счет чужих страданий. Ну, начнем с того, что как бы сразу видно, что девушка из азиатских стран, Индии, что-то типа такого. И сразу понимаем то, что она из Биуджуотера. Если я правильно это озвучил. Смотрим дальше. Я брошу им вызов. И сокрушу их. Владыка, вот. Даруй мне проворство, достойное моей цели. Ага, короче, видим, смотрим то, что она имеет стихию воды. То есть, и еще у ней плеть, которая, как я понимаю, может превращаться в меч, что ли? Возможно, так. А, нет, у ней просто плеть, окей, никакого меча здесь нет, все понял. Радость без конца и края! Сразу видим дэш, сразу видим дэш. Сейчас новые чемпионы без дэша, это, ну, говно. Очевидно, Ритосы считают, что именно так. Видим то, что целых два дэша, то есть она притянулась к бренду и потом перескакнула на Джинкс. Ну, класс, чё, класс. Еще один персонаж с огромным количеством дэшей. Как быстро! Хочешь, буду драться в полсилы? Ну да, вот, мы обратили внимание на то, что два дэша. Спокойно вообще делает два дэша. Сказание о Ниле еще не... Вот этот вот рывок, что это? Это просто... Как бы, чтобы это красиво выглядело, или такой дальний дэш еще имеется? Кончено! Выглядит она прикольно, мне нравится. Я побеждала врагов, достававших до... Вот, еще бьет плетью по земле, оставляя какой-то след, и еще прыгает вперед. То есть, уже понимаем то, что это мобильный чемпион, который будет делать дэши, бить как Поппи по земле, оставляя какой-то след. До неба, а ты? Ну, ты тоже ничего. Ну, прыгает, бьет. В общем, все очень классно, все очень нравится на самом-то деле. Единственное, что из этого ультимейт? Покажут ли нам ультимейт? Что-то я пока не до конца понимаю. То есть я могу представить то, что, допустим, удар по земле — это кьюшка, какой-нибудь рывок — это ешка. А, еще нам, получается, осталось два слива посмотреть и понять, что вообще из себя чемпион представляет. Демон Т5! О! Ты чего? Зачем так сильно? Да, блядь! Да, блядь! Вы серьезно? Вы серьезно? Они дали вот эту хуйню Гвен, когда она блокирует способность. Стенка Ясика, Самири. Вы, блядь, теперь всем это будете давать? Вы, блядь, серьезно? Вы считаете это нормально? Одни из самых бесячих сливов, и вы даете, блядь, каждому новому чемпиону, блядь. Я считаю это ненормально. Но это пиздец. Еще одна способность, которая просто какой-то стазис тебе дает. Или блокирует твою способность. Я не могу, нахуй. А, ну вот, получается, она бьет плетью вперед, бьет плетью по земле. Возможно, плетью типа по дуде, которая это, возможно, просто анимация автоатаки. Но, возможно, и нет. Смотрим дальше. Я брошу вызов легендарным злодеям и обрету бессмертие в песнях. Мне показалось, или она... Секунду. И обрету бессмертие в песнях.
делает рывок на союзника и дает ему тоже вот, вот эту возможность заблокировать скилл. Я все правильно, блядь, понял? Я все правильно понял, вот и сейчас, что я сейчас смотрю, я все правильно понимаю. Поправьте, пожалуйста, в комментариях, если я, блядь, что-то не так понял. Но если это так, это пиздец. Готовься к смерти! Хорошо, да, видимо, это просто какая-то автоатака, анимация автоатаки, то, что она так плетью, типа, в разные стороны бьет. Вот это, как я понимаю, ультимейт. Что он делает, пока не совсем понятно. Смотрим. А, ну, видимо, как Диана просто типа стягивает и наносит урон. Возможно, возможно. Ха! Теперь видишь, чего я... Ага, обратите внимание. Ха! Смотрите, у ней какие-то руки на поясе. То есть у нее еще какая-то пассивка, которая то ли ей увеличивает броню, то ли... Что это еще может быть? Сопротивление магии или еще что-то? Ну, то есть это какой-то явно щит, который что-то явно должен блокировать. От чего-то ее должен защищать. Теперь видишь, чего я стою? Возможно, этот щит появляется, когда она жмет ультимейт, притягивает врагов, получает этот щит и... Или просто увеличение урона. Возможно, не знаю. Опа! Несостыковочка. Смотрите, у ней тут нос проколот. Обратили внимание? Да? Окей. Так, какая это минута? Это минута 50. Вернемся, если что. Где тот момент? Смотрите. А вот здесь, а вот здесь, а вот здесь вот у нее еще и цепочка идет от середины до уха. Несостыковочка, Ритоса, несостыковочка, ебать. Или еще не огонь. Так, минута 50. Ну это какой-то Биджу, да, из Наруто, я все правильно понял. Мила, страж седьмого слоя, желаю тебе обрести радость по смерти. Ну, веселый персонаж. На самом деле, мне кажется, будет очень веселый персонаж, но пиздец какой противный. То есть, очень много рывков, блокирование скилла, вот это вот стягивание, как у Дианы. Противный персонаж будет пиздец, но интересный. Скорее всего, мидер, возможно. Да, блядь, невозможно. Мидер или лесник, другого я не вижу. Но если у нас Биовет уже есть, то, скорее всего, это будет мидер. Вот, вот, вот и все. Вот, вот и все. Что-то там дальше, да, явно будет. Причем очень много времени. Надеюсь, боги наблюдают. Надеюсь, им не по себе. Окей, у нее есть еще какой-то демон, который реализован в виде рук. Потому что она такая, типа, демон, дай 5. Как это будет реализовано в игре, то, что демон просто ее будет защищать, вот эти вот руки у нее на поясе были. Но первое впечатление, прикольно, прикольно, честно признаюсь. Но видно сразу то, что персонаж уже, ну, уже заебет. Поэтому... Явно будет очко сожжено на него, поэтому ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Тоби Шой, и ждите новое очко сожжено.